Всем привет! Продолжаем знакомиться с картинами по русской истории российского культуролога, мецената, книгоиздателя Иосифа Николаевича Кнебеля и пояснительного текста к ним историка и педагога Князькова Сергея Александровича. Сегодня мы посмотрим картину Сергея Васильевича Иванова «Суд в московском государстве». Вот такое описание. На картине Иванова изображена сцена уголовного суда, ведавшего преступлениями против церкви, государства и государя. Порядка, управления, воровство, восстание, скоп, смута, фальшивомонетчество и так далее. Убийца взят с поличным, на лицо окровавленный топор и кистень. Это освобождало схвативших его людей от ответственности, даже если был в схватке, был он убит. А он, как видно, активно сопротивлялся. Каждый обязан был принять меры задержания преступника и охраняться законом, чтобы всяким людям бесстрашно было воров, хватая, в губу приводить. А ведать в городах разбойные и убийственные, и татиные дела губным старостам и целовальникам по наказам из разбойного приказа, гласило уложение 1649 года, вслед за губными грамотами 16 века. Вот видите, староста сидит за столом у окна, его легко узнать по писанию. А в губных старостах у таких дел в городах быть дворянам добрым и зажиточным, которые за старость или за раны от службы отставлены, и которые грамоте умеют. При нем целовальник и диакон, зажиточный дворянин со свитком и пером. Да с губными старостами в городах, у разбойных и у татиных дел быть губным целовальником и диаком. Признание вины подсудимым было решающей доказательной силой преступления. Схваченного должны вздернуть на дыбу, и потом сзади палач начнет бить по спине кнутом изредка, и как ударит на спине, будто большой ремень вырезан ножом чуть не до костей. Вот такое описание картины Иванова «Суд в московском государстве» из каталога «Картины по русской истории» российского культуролога, мецената, книгоиздателя Иосифа Николаевича Кнебеля с пояснительным текстом историка и педагога Князькова Сергея Александровича. Все, всем пока, всем привет, до свидания.